Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Элиза от производителя Freya. Это коллекция люстр с абажурами. Предлагаются здесь модели на 6, 8 и даже 12 рожков. Также есть еще бра на 1,2 рожка. Люстра полностью белого цвета, каркас из металла, поверхность его матовая. Есть подвески из матового стекла, они каплевидной формы. Абажуры из ткани, это хлопок. Размеры абажуров 14,5 см на 12,5 см. Патроны Е14 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт. А выдает каждая такая около 50 Вт. Включенная люстра выглядит вот так. Очень уютно и красиво смотрится. Абажур довольно неплохо пропускает свет в этой части. Основной поток света будет идти вверх, потолок, и уже от потолка отражаться. Вниз в этой части свет тоже падает. Такая люстра подойдет для комнаты площадью 20-25 квадратных метров. Высота у нее регулируется, максимальная она здесь 1,72 м, минимальная может быть 82,5 см. Поэтому высота потолков должна быть не менее 2,80 м. Крепится она на крюк, диаметр потолочной чаши у нее 11,5 см. На этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!